Ну что, все призываем Max Risk, давно не было ролика по игре Age of Apes. Нужно заснять и рассказать. Снова гайды, между прочим. Ну что, в общем, там первый гайд, когда заходите, взрывайте бомбу. Ну, в принципе, можно, но сначала нужно прокачать это все дело. Вот, ну, говорят, качай лагерь станоломов. Станолом — это какие-то машины, какие-то станолом. Железные машины, которые производятся. Значит, нажимаем остальные 4 часа. Это, конечно, много, но что поделать. Мы их прокачаем, между прочим. Стэмэлово, кто нам поможет. Также регенш включаем, почему бы нет. И нужно рассредоточиться и пора захватывать. Ну, в принципе, можно карнаван на склад зайти и сразу... Ой, обновился бесплатно, случайность. Ладно. Сколько я буду возить, да? Двойку. Такое, ну ладно. Два буду это вынести. Блин, даже пишет, что ошибка. Ладно, давайте заново. Так. Ну, вообще-то не нажимайте обновить, нажимайте перевозком. Самый выбранный способ. Вот. И не нажимайте кнопочку это здесь, то сразу вас выбивает. Давайте максимум как можете. Я беру его. Наверное, может еще максимум взять. Потом подкреплением, а то явно сопровождение можно. Это как подкрепление, в общем-то, первый пошел. Чем больше, тем лучше, тем вы сохраняете. Не волнует все это. Ну и последний хай будет, в принципе. Ой, я потратил случайно. Вот такая, ладно, так уж быть, судьба. Судьба не ждет. Ну, в принципе, такое. Ну, блин, такое. Ну, думаю, номер наш. А чем бы и нет. А что, нельзя персонажа нового выбить? Ну блин, возгайз. Бесплатно. Я знаю эти кулачки. Выбиваем медаль Скотта. Ну это такой себе. Ага. Тикток. Раньше такой не было, кстати, у меня тоже есть тикток. Да я хочу, кстати, тоже. В ТикТоке там что поставить, посмотрим ТикТок. Это же там, кстати, есть ТикТокер. Мультики. Age of Apes и мультики. Чего я был первый, кто сделал ТикТок Age of Apes. Потом они. Не сначала, потом я, потом другие некоторые. Некоторые, возможно, я не помню. Потом покажу ТикТок мой канал. Сразу покажу ТикТок канал. Почему бы не подпишитесь, Max Risk обычный. Да, потом покажу хэштег. А, кстати, да, зайдите сюда, сейчас по-быстрому. Статистику посмотрим. ТикТок. Огонь. Это значит новое. Ну да, они обновляются, между прочим. В общем, нажимайте здесь, типа. Если там не можете найти. Пишет скачай, блин. О, это что он КПК. Ладно, потом покажу. В общем, по хэштегу нам можно найти. Там я тоже есть Max Risk, не просто Age of Apes, и там тоже мои страничка. Нужно еще раз сделать твинтер, снова ТикТок залить, некие опасные. Ну, в общем, гайд, друзья, заходим. Ну блин, я уже столько гайд записал, но блин, никто их не вылаживает, пока я даю специально не говорить. От третьего лица не считается. Так, блин, я что же делал такое? Такие, нет, не нравится. Там будем пытаться не сдаваться. Есть такой ролик. Никогда не сдавайся. Пытайся. Поэтому нужно пытаться. О, это новая модификация. Новый скин. Обнова вышла. Как по мне. Нажимаем регенерацию. Возможно, некие тут у нас поубивались. Типа того. Так, гигант. Блин, а раньше был красивым, между прочим. Где как будто очень красивый. То не то змея, то не обратно змея. Что происходит с игрой? Все, давайте отправить хоть что-нибудь. Добудьте мне. Так, помочь чем-то. Давайте. Ресурсами. Железом давайте. Все, пожалуйста. Что еще? Банда заходим. Территория забираем. Постройка, в принципе. Нам хватает? Постройка. 20 тысяч. У нас 2 миллиона вообще изи. У нас 2 миллиона. Вообще нас тут нету.
Уран ставим с плюсом, ну конечно. Даже уран не сломали. Конечно, будет нас изим. Да, раненые. Ну, нас есть. Разводим, давайте уже битву. О, мой отряд верно возвращается, классно. Там еще один мой отряд, и все нормально. Ну, все нормально. Так кто поваливал, блин, кто сломал тут? Опасно. Очень, друзья, ну, блин, я забыл, мне сказал, нужно подвести. Мне один тебе сказал, если хочешь, чтобы я сдавал пиар, а то у нас мало просмотров. Нужно благодарить им. Следует. А, давайте это сделаем. И реклама. Ну, а что поделать? А что будешь пока пустить, между прочим? Ну, не знаю, там тем более кризис, типа того. Потом узнаем, что будет. Подписывайтесь на данный канал Макс Риск, потому что он мне помог вот подпискам оформлять. Все, вы оформили подписку. Смотрите, пожалуйста, ролики, вам реально добрый, помог мне тоже. Ну, реально помог. Ну, друзья, ну, пожалуйста, поддержите его. Также на мой канал подпишитесь. В общем, во вкладка канала, он первым меня занимает. Также мой напарник, мой еще один напарник. Ну и так дальше. Это я еще. Это я так сделаю, это свой канал. Ладно. Чтобы не доволен мой канал тоже. В общем, пожалуйста, нажмите подписку на него. И можете посмотреть его ролик. Это реально полезно. Ну, как полезно. Ну, разве там китопатия? Также прикольные игры. Ну, в общем-то, пожалуйста. Кому-то не жалко. Помог реально. Вот если мы ему не благодарим, то он нам не поможет, и все, и наш канал станет никчем, и вообще, зачем я туда его создавал? Следовать этим 2 часа. Ну, в общем, друзья, есть только один выход, что спасти. Подписаться на его канал. Больше выхода я не вижу. Больше. Отправляем запросы, подарки. Деда Мороза. Помощь обезьянам, людям. При каждом получении помощи банды из шкалы вычисляется больше времени. То есть им будет меньше времени. Это будет классно. Поэтому как прокачиваем, почему бы нет? Ну, если мы активны, ну ладно. Точно важно. Ну, подписка на него явно важна. Вот и без него я бы этот канал бы не создал. Более бы не снимал еще. Я бы вообще забросил бы канал. Друзья, пожалуйста, благодарите. Лайкос, он даже еще чаще снимает, чем я. А ну а что, он снимает, что он лайкает. Да, не лайкает. Не смотрит, да, в принципе. Интересно. Давай тогда еще раз, в принципе. Прикольно вообще. Отправляем. Первый отряд, там второй отряд. В подкреплении, чтобы потом не сошлось, все. Так, ну все, думаю, 2 отряда сойдут, а остальной отряд. Хай собирает мне минералы вкуснятины еще. Бананы собирают, точно. Хай бананы мне собирают, чтобы на самом вкусном, что тут вся есть. Ну, награда есть, между прочим. А мы выполняем. А что внутри базы, типа? Посмотрим, давай. Ну, вроде все знаете, что внутри есть. Так, есть кое-что бесплатное, может, против, кто не знает, заходите ежедневно, получайте, значит, бесплатно. Ну, для тех, кто вообще там вообще хочет это получить. Также заходим, это у нас обезьянкам. Хочу, чтобы мы там все отдали. Так, давайте излечимся. Это банда нужна, подарки. Забрай, спасибо, подарки. Уже в принципе не же воюет. Так, давайте излечим всех, давайте тоже заберем. В общем, рассыпаемся. А между прочим, как у нас дела по базе, давайте узнаем. Ну, в принципе, дела дрянь, как я понял, да? Ну, если это будет дрянь, между прочим. Я тебе. Не знаю, что они там поделились. 2 лагеря. 1-2. Но синие они офигевшие. Они захватывают всех. Все за синих играют. Но, друзья, давайте за черный, не сдаемся никогда. Другую давай карту, а то я заплатил, окей. Вот мой уровень, пойдем туда. Подтверждаю. Хочется, чтобы хоть куда-то пойти.
И там, чтобы мы захватывали, вот хочется, конечно. Хоть чем-то будем помогать, и как-то будет увеличиваться сила наша. В игре Edge Waves. Более, что такое? Снова? Вы чё, фанатеете от меня? Кто ко мне идёт? Я не принимал, что это такое? На марше. Военный сбор. Игнор всех. Это все ко мне так делают? Что значит такое? Что это точка? Кто? Ого! Ё-моё! Кто ко мне? Скорости просто свет. Скорость света. Куда вы идете, кстати? С какой точки? Это потому что я игнорщик был, потому что я немного не играл. Куда вы вообще идете, точку? Какая длинная точка еще? Давай как так вот сначала. Реально, я не знаю. Спасибо. Все? По-моему, все. Даже не успел, как в меня вложились. Вау. Давай качнуть. Вот знаете, мускулы качаем, мускулы. Все серебряное. Эх, раньше было топчик, я помню. Ну а теперь обнова вышла. Ну ладно, в принципе, сойдет. Ну, в первой серии, когда я снимал, там было поприкольно, там было приятно вообще. Не серое все, все приятно. Зачем серое? Серое это значит, что было некрасиво. Ну серое это обезьяны, а я как-то не очень обезьян люблю. В общем, непопулярно будет игра. Явно, как я понял. Серый цвет, зачем? Ну, не понимаю. Ну ладно, в принципе. У нас есть игра Roblox, где там все разноцветно, она такая популярна, конечно. А, ночь уже, о, уже классно, кстати, стало реалистично. Обезьяна, давай. Осетим. Вторник сегодня, да, вторника уже. Чёрный трах, стандартно, да? Но, мы тут сначала тут уже не выглядит. Сейчас нужно... Обезьяна прав, потом уже эволюционирует, чтобы я не забывал, что это такое. Распродаж, распределить 45 очков таланта. Ага, это дополнение. У нас тут замочек, между прочим. Ну ладно, в принципе. Громил. Давай. Всех отправляй туда вот. Я чувствую, что у нас реально мало воинов. Вот реально, у нас слишком мало воинов. Так, давайте бомбы взрывать. Или бонус получаем, бомбу взрываем, и потом да что-то, ну и эволюционируем, бомбу взрываем, давай вот, guys. Так вот так взрывает все. 1, 2, 3, 4 Эхоу. Батарейка, ну эти батарейка, кстати, хочу узнать кое-что. И также да, материалы забираем, предметы. Там усилением покажу, кстати, 216 сундучков. Вот если наберете много лайков и напишите комментарий, открывай сундучки, сделай какие-то сундучки, то я сделаю, почему нет. Наверное, не сейчас усиление. Вот сейчас открываем и железо тоже. Итак, смотрим, что нам делал. Скоро я буду поменен, все будет нормально, денечку. Вау, мы уже пол, кстати, пол армии, кстати, желтый, нормально таки. Кто первое место занимает? Конечно, желтый, как по мне. Клан занимает второе место. Я же говорю, желтый на первое место занимает. Так, давай ему дать вам кутику снять. Ура, хоть мы побеждаем, друзья. Хоть второе место здесь, мы побеждаем. Банд нажимаем. Территория, забирать все это. Также отправляем. Отправить. Следовать. Следуем все это куда-то. И следуем. Бум-бум-бум-бум. Все вроде бы. Так, крестик. Подарки забираем. Спасибо за подарки. Да, вот. Знаете, что-то вот не хватает. Я вроде говорю в старых роликах, что не хватает. Можно пересмотреть, в принципе. И узнать. Ну, я вот как-то... Свои ролики, которые я разговариваю, как-то странно пересматривать. Вот, в принципе, старости лет, да, позвориться.
как я говорил, ладзе, гайз. Ладно, думаю, опа нам. На прокачку. Да, знаю, TikTok ваш. Также Endwin Cults. Это конкурс на коды, на как там, на DS-ки, диски. На диски. В общем, конкурс есть на диски, можно и поучаствовать. Так, почитать все, забрать это все. Тут, знаете, нужно много классов, вот в чем дело. А хочется как-то играть, вот что еще хочется. Игра за обезьян, в принципе, на клавиатуре, а не только мышки играть. Вот, реально, как-то странно на мышке играть. А Браво, а Клэш Рояль. Клэш Рояль хоть там, может, они ходят, такие супергерои. Да, в принципе, Браво тоже ходит, поэтому популярный игра. Что еще популярно? Роблокс тоже ходит. Персонаж, ну, хоть один персонаж свой создать. Ну, чтобы он ходил как-то, не знаю, в принципе. Ну, тут только другая. Это стратегия, между прочим, ладно. Так что быть. Это стратегия. Сейчас я уже не хочу, возможно, в будущем буду играть стратегию. И в будущем не записывать. Да, на ролик. Уже миллион, кстати. Вот почему, скажете мне? Потому что мы купили ускорялки еще. Он бесплатно, так скажем. Открыли парашют, вот и все. Ну и все, друзья, я думаю, уже нужно заканчивать, то или перебор с меня стратегии игры. Всем удачи, пока. Всем удачи и пока. Лайк, подписка и подписка на канал Макс Фитс, реально с 5000. Дополнительно. Всем пока.